in the air. А что здесь за строительные работы происходят? Что здесь происходит? Что вы здесь строите? А кто что строит? Ну я не знаю, а что копаете? Это земли райсовета. У вас есть разрешение здесь копать? Покажите мне разрешение здесь копать. Это земли райсовета. Вам дали депутаты разрешение здесь работать? Молодой человек, вы извините, мы люди подневольные. А кто вас заставляет это делать? Вот, пожалуйста, человек. А вы кто, представьте? Я гражданин Украины. Ну? Вы что заставляете людей копать здесь? На землях райсовета? Я заставляю. Разрешение? Ну вот он подсказал. Прошу, ты всего слов. Что значит заставляю? Ну всего слов. Слова почему просите? Выбирайте, Романов Снегилович. Я считаю, что заставляете. Вы что значит заставляю? На меня можете, пожалуйста, скажите, на каком основании вы это делаете? А кто вы такой? Я журналист, и здесь живу. Я имею право вам ничего не говорить. Вы сотрудник какой-то, вы, я не знаю, депутат. Вы ведете строительные работы. На земле депутат? Не имеет значения. Кто вы? Я журналист, я представился. Я имею право вам не отвечать. Вы не имеете права начинать строительные работы. Я имею право вам не отвечать. Я имею вы право, будете... Кто вам здесь разрешил работать? Вы можете обратиться к сельсовету. Никуда я не буду обращаться. Я здесь не дам проводить строительные работы без бумаг. Все. А кого вы представляете? А вы... Громаду Авидёполя. А кто вы? Громада Авидёполя. Вашнист Роман, журналист. Громада, почему вы один? В одном лице? Какая вам разница? Какая? Достаточно. Большая, да. Громада, пожалуйтесь на меня в милицию. Пожалуйтесь на меня в милицию. Пожалуйтесь вы на меня в милицию. Ну вы пожалуйтесь на нас, милиция. Конечно, я вам не дам работать, проводить. Вот и все. Одни говорят, надо памятник установить. Памятник надо устанавливать с разрешающими документами. Вы не можете вести работы на чужой земле без разрешения. Да. Ой. Давай, давай. Я-то знаю. А вот я хотел бы получить комментарий директора Дома культуры. Вот этот парк проводит какие-то работы. Вам кто-то дал какое-то распоряжение тут проводить? Нет, ни одной бумаги. Нет, вообще ничего. Ничего не понимаю.